Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ВПЕР, задача по геометрии. Данное задание под номером 12, и оно гласит так. Серединный перпендикуляр диагонали прямоугольника делит ее сторону на части, одна из которых в два раза больше другой. Найдите градусные меры углов между этой диагональю и сторонами прямоугольника. У нас есть прямоугольник, есть диагональ. Давайте нарисуем диагональ, обозначим буквами А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Но мы знаем, давайте проведем вторую диагональ А, С. Мы знаем, что у нас диагонали прямоугольники пересекаются и точки пересечения делятся пополам. Точка пересечения О, Б, О равно ОД. И у нас есть серединный перпендикуляр. То есть из точки О исходит перпендикуляр или проведен в точке О перпендикуляр, который делит сторону АД в данном случае на части, одна из которых в два раза больше другой. Давайте проведем серединный перпендикуляр. То есть от точки О проведем перпендикуляр в сторону АД. Под углом у нас здесь 90 градусов. 90 градусов. И соединим данную точку с вершиной B. Обозначим буквой N. И у нас по условию получается, что серединный перпендикуляр делит на части, одна из которых в два раза больше другой. Если АН у нас х, то НД будет 2х, в два раза больше. Ну так, и рассмотрим треугольник. Треугольник БНД. БНД. В данном треугольнике НО является высотой, так как под углом 90 градусов, а с другой стороны у нас данная высота делит сторону BD на равные части. BO равно OD. Поэтому у нас высота является NO и медианы. Раз высота является медианой, то треугольник BND у нас равнобедренный. Угол ADB равен углу ADBN. Угол ADB равен углу DBN. Раз у нас углы равны, значит у нас BN равен ND, или же по-другому 2х. BN равен ND. А теперь рассмотрим треугольник ABN. ABN. В данном треугольнике, а данный треугольник у меня прямоугольный, у нас AN катет, мы обозначили его через x, ABN у нас гипотенуза 2х. И по теореме напротив угла 30 градусов лежит катет, равный половине гипотенузы. Получается у меня данный угол 30 градусов. Раз он 30, то вот этот угол у нас будет уже 60. А данный угол, так как он развернут 180, получается 120. А треугольник-то у нас БНД какой? Равнобедренный. Значит, углы у нас данные равны. 180 минус 120 и делим пополам. Мы получаем 60, делим пополам, получается 30.
А этот угол, он прямой. Одна часть 30, другая 60. И мы с вами ответили на вопрос. Найдите градусные меры углов между этой диагональю и сторонами прямоугольника. Градусные меры углов между диагональю и сторонами прямоугольника равны 30 градусов и 60 градусов. Ну, давайте я здесь сразу же поставим. Так как я решал, быстро поставим градусы. И пишем ответ. Ответ 30 градусов и 60 градусов. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!